Уважаемые друзья, компания Metalmaster приглашает вас посетить наш стенд на крупнейшей отраслевой выставке «Металлообработка 2023», которая состоится в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне с 22 по 26 мая 2023 года. В этом году мы приглашаем вас на наш новый 200-метровый стенд, расположенный на открытой площадке около павильона «Форум». На нашем стенде вы сможете познакомиться со всеми группами оборудования от одного из лидеров российского рынка станков для металлообработки. В экспозиции будут представлены оптоволоконный станок лазерной резки MLF-3015R, электровизионный проволочный вырезной станок Metalmaster DK7735M-DRO, токарный станок с ЧПУ Metalmaster XNC-36100, гидравлический листогибочный пресс Metalmaster HPG-1640M, настольные токарные станки Metalmaster серии Master Turn и промышленный токарный торезный станок Metalmaster серии ZM, который является флагманом тяжелой группы токарных станков. Станки фрезерной группы будут представлены сверлильно-фрезерным станком с ременной передачей Metalmaster MMD-25LV-BD. Также на выставке будет представлен широкий ассортимент наших ручных, полуавтоматических и автоматических ленточно-пильных станков. Вы сможете увидеть их и протестировать в работе. Команда Metalmaster познакомит вас с представленным на выставке оборудованием и при необходимости поможет собрать решение на базе станков из нашего ассортиментного портфеля. Мы будем рады видеть вас на нашем стенде 0601 на открытой площадке около павильона «Форум». Место проведения выставки – город Москва, центральный выставочный комплекс «Экспоцентр», станция метро «Выставочная», деловой центр. Дата и время работы – с 22 по 25 мая с 10 до 18.00, 26 мая с 10 до 16.00. Мы ждем вас! До встречи на выставке «Металлообработка 2023».